Всем привет! В Инстаграме появился анонс 5-й серии «Холостяк» 9-й сезон, где показано, как Ольга плачет и говорит, что хочет уйти домой. Объясню, в чем дело. Это было групповое свидание Никиты с Олей, Дашей, Диной и Софией. Они были в кинотеатре. И, скорее всего, Никита показал какие-то кадры со свиданий, в том числе поцелуй с Дашей, Диной и Софией. То есть из четверых получилось, что одна Ольга не целовалась с Никитой. Конечно, обидно. Она выбежала из зала, Никита за ней. Он догнал ее в спортивном зале, она ему сказала: «Ты бы еще показал, как сексом занимаешься с кем-то из нас». Тут с Ольгой нельзя не согласиться. Думаю, было неприятно не только Оле, но и всем девушкам, у которых есть к Никите какие-то чувства. Потом он ее успокоил, обнимал, позажимал, Оля растаяла и решила остаться. Конечно, она останется. У нее еще будет, как минимум, два свидания. Двойное – Никита с ней и с Наташей. Индивидуальное – будут с Никитой летать на самолете. Так что не переживайте, Оля еще долго будет кого-то радовать, кого-то раздражать. Подписывайтесь, если любите шоу «Холостяк». До скорого!